Ингодинская, 33, Токмакова, 30, Кайдаловская, 45. В дома по этим адресам жильцы должны были въехать еще в 2008 году. Но строительные фирмы, которые возводили многоэтажки, обанкротились и не смогли выполнить свои обязательства перед людьми. Изначально в реестре инспекции государственного строительного надзора числилось 1764 обманутых дольщика. Сейчас эта цифра сократилась до 285. В июне 2014 года правительством края был принят первый закон о предоставлении дольщикам господдержки в виде земельных участков или квартир. Порядка 49 пострадавших граждан изъявили желание, ну, по крайней мере, прошли через соответствующее решение комиссии о предоставлении земельных участков. Но тех, кто хочет строиться, немного, а люди все же стремятся получить готовое благоустроенное жилье. Так, спустя почти 8 лет трехкомнатную квартиру, теперь уже по новому адресу Шилова, 43, получила семья Шляминых. Правда, к 5 уже вложенным миллионам пришлось добавить еще 500 тысяч рублей. Эта квартира вышла на несколько квадратов больше. Здесь, по словам Игоря Алексеевича, будет жить его сын, который сейчас служит в армии. Наша доля в этом плане была только надежда, которая на сегодняшний день увенчалась, будем говорить, успехом. И вот мы такую панораму можем видеть сегодня из окна. И сын, придя из армии, где-то в конце лета уже может приступать к ремонту. Рано или поздно все займут свои квадратные метры. Застройщик региональное управление строительства обязано предоставить в собственность края 3500 квадратных метров жилья для обманутых дольщиков. А это порядка 60 квартир. Не за горами сдача в эксплуатацию нового дома на Курнатовского, 70. Следующим этапом будет передаваться квартиры, будут по улице Народная, 39, по микрорайону Царский, дом 9-10, дом номер 8. То и все вопросы с дольщиками будут решены. Еще один закон в отношении обманутых дольщиков был принят в Забайкале в 2015-м. Он конкретизирует и делает легитимными все инвестиционные процессы, связанные со строительством и предоставлением жилья. В крае число обманутых дольщиков сократилось почти в 3 раза, чего, к слову, нельзя сказать о ситуации по стране в целом. По данным сайта РБК, армию дольщиков в прошлом году пополнили еще 18 тысяч человек. Теперь их почти 90 тысяч. Екатерина Гаврилова, Анна Кулигина, ЗапТВ.